Всем добрый день! Сегодня я буду готовить маринованный имбирь. Подсоединяйтесь ко мне, кому интересен этот рецепт. Для этого нам нужен корень имбиря. Корень имбиря нам нужно почистить. Удобнее всего чистить это обычной чайной ложкой. Или можно еще почистить ножом с неровным лезвием. Почищенный имбирь мы хорошо просаливаем и натираем солью. Сейчас я все это закладываю в пищевой пакет плотный. Хорошенько перемешиваем и отправляю в холодильник минимум на 3 часа. Можно приготовить имбирь, посолить и оставить его на ночь. Просоленный имбирь я пересыпаю в дуршлаг и промываю хорошо проточной водой. Ножом для чистки овощей я нарезаю имбирь тонкими пластинами. Имбирь всегда нарезается вдоль волокон, не забудьте, пожалуйста. Порезанный имбирь я пересыпаю в большую чашу, добавляю сюда примерно чайную ложку соли и заливаю кипятком. Накрываю крышкой и оставляю минут на 15-20. Сейчас я приготовлю маринад для имбиря. Для этого нам нужно стакан воды. Добавляем сюда 50 мл красного вина, несколько тонких пластин свеклы, сахар, рисовый уксус. Я добавляю вот такой. Можно добавить винный уксус, можно добавить яблочный. Маринад доводим почти до кипения, чтобы растворился сахар и соль. И отключаем его. С имбиря слить воду и перекладываем его в чистую банку. Имбирь заливаем подготовленным маринадом. У меня получились две вот такие банки имбиря. Цвет имбиря зависит от свеклы и от вина, которое вы добавили сюда. Я знаю, что будет вопрос, можно вино не добавлять? Можно вино не добавлять. Просто вино делает вкус имбиря более таким пикантным. Можно добавить только свеклу. Можно и свеклу не добавлять, тогда имбирь будет обычного, натурального, такого бело-желтого цвета. Сейчас я оставляю при комнатной температуре до полного остывания и затем отправляю в холодильник. Он должен простоять минимум сутки, и затем можно его подавать к любым блюдам, и рыбным, и мясным, как дополнение. Он очень вкусный и также идеально подходит к суши. Это очень вкусное и полезное дополнение к любому блюду, и рыбному, и мясному. В зимнюю стужу это как раз то, что нужно сейчас для всех. Корень имбиря очень полезный для всех, и для детей, и для взрослых. Так как у нас здесь использован маринад, в холодильнике он может храниться длительное время. У меня обычно стоит месяц, два и три, и ничего абсолютно с ним не происходит. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Готовьте с удовольствием и до новых встреч!